Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 18 марта 2018 года. Будем строить теплицу капля шириной 2,5, длиной 8 метров. Готовим пока фундамент, счищаем снег, на него будет ложиться брус. Поверх ставится каркас. Работа кипит, ставится каркас, установили брус уже. Сейчас арки соединятся между собой. Закрепим торцы к ним, начнем крыть. Каркас готов, закреплен. Сейчас установим конек, начнем крыть поликарбонатом. Покрыли поликарбонатом, сейчас будем прокручивать, устанавливать форсунный блок и так далее. Закончили монтаж, пойдем посмотрим, что получилось. Напоминаю, у нас капелька 2,5 на 8, стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Каркас из профильной трубы 20 на 20, арки с усилителем. Также имеется ряд дополнительных прогонов, чтобы сугробы, которые будут скапливаться зимой вокруг теплицы, не давили поликарбонат. Так клиент попросил. Хорошо, две нитки на каждую грядку. Грядок тоже две. Итого 4 нитки. Также у нас есть форточный блок. Управляется термоприводами. По торцам разрезные двери форточки. Диагонали укосины для большей жесткости. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотности. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!